Всем привет! Сегодня буквально забежал на обед, потому что с утра ходил за посылками, не было ничего. А тут в обед посмотрел, по трек-коду пришла посылка. Уже точно пришла ко мне в отделение почтовое. Вот сейчас на обед у меня прибежал, забрал, забежал домой. И сейчас быстренько распакуем. Это, если честно, совершенно даже не готовился, что это такое, не выписывал. Это у меня планшет пришел, на каком процессоре не помню, какой-то МТК с поддержкой 3G. Вот надо было, блин, лучше бы выписать все, конечно, это было бы интересно. С поддержкой 3G, это производитель Кубы. Кубы U51 GTV Talk 7X. Открывался, наверное, для проверки. Вот такая вот интересная коробочка. Вот здесь что-то оторвали. Что-то было. Так, что это у нас? Вот здесь самое первое. Это у нас... Ох ты! Это у нас VIP. Ох ты! Это, наверное, на сайте у них где-то зарегистрироваться. Можно вот этот код ввести, стереть. А, Кубы. Это, видно, их какая-то новая. Это... модель. Так, ладно, это тут макулатурка. Вот у нас сам планшет. Достаточно такой маленький. 7-дюймовый планшет. 3G, 7 дюймов IPS матрица. FM даже есть. Что такое там дальше остальное, я не в курсе. Talk 7X. Вот, давайте-ка включать. Мне очень интересно. Он, я типа как сделан, как телефон. Таблет, фон или как их там называют. Вот начинает загружаться. Очень интересно, у меня таких планшетов не было пока на канале. Ну, это OTG кабель самый обыкновенный, мини USB на обычный USB. И вот такая вот зарядка. Зарядка а-ля Samsung 2-амперная. Ну и кабель для синхронизации подзарядки. Больше там, наверное, ничего у нас нет. Так, отодвигаем все вот это дело. А пленка? А пленка у нас там наклеена. Ну, слава богу. Так, раз это. Так, говорит нам, что нет сим-карты. Вот здесь у нас, вот видно, открывали для проверки. Одна сим-карта полноразмерная, потом микро сим-карта и карта памяти. Да, скорее всего, 32 гигабайт. Так, ланчер достаточно такой интересный. Так, как бы About Tablet. Что у нас? Android 4.2.2, модель U51 GTW. Так, дисплей, подсветка у нас полная, нет. Ага, вот еще даже такая вот яркая подсветка, в принципе. По памяти, сколько у нас storage? 1 гигабайт внутренней памяти, скорее всего, 4 гигабайта внешней. Ой, блин, 1 гигабайт ЗУ. И где-то 4 гигабайта внутренней памяти. Вот свободные из них 1.74. Ну, в принципе, вполне нормально. Так, русский язык у нас есть. Есть, где-то был. Так, с Wi-Fi проверяли, нет. А, блин, без кнопочки так, конечно, неудобно. Wi-Fi. Да. Вот она, LU001. Проверяли. Так, камера. Две камеры у нас. По сколько мегапикселей, не помню. И если у нас здесь... Все переделано, конечно, тут все это. Где у нас... В принципе, работает шустренько. Не помню, какой процессор. Ну ладно... Будет, в принципе, у нас обзор. Ага, что-то снимали. Нет, громкость у нас.
Ну, достаточно громко. Вот он, динамик. Ну, короче, ладно, что смотреть. Планшет достаточно интересный, лежит в руке очень хорошо. Сейчас буду тестировать, маленько постараюсь. 1300 это случайно не аккумулятор. Ну ладно, вам же спасибо, ставьте палец вверх, продолжайте смотреть мое видео. Будет много интересного, будем снимать дальше. Пока.